الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Следующая часть 17 из истории Юсуфа алейхиссалям. Джа ихвату Юсуф. Прибыли братья Юсуфа. Вакяна фи Мисра ва Шами маджаатун. И было в Египте и в Шаме маджаатун голод. Кама ахбара Юсуфу, как это упомянул Юсуф. Ва самиа ахлю Шами, и услышали люди Шама. Васами Аякуб, и услышал Якуб, Анна Фимисхан Роджулян Рахиман, что в Египте есть милосердный мужчина. Ва Анна Фимисхан Джаудан Кариман, и что в Египте есть щедрый, благородный, ваху аля хаза иниль арды, и он, то есть, является наместником на вот этим имущество земли. Вакяна насу язгабуна илейхи, и люди отправлялись к нему, ваяхузуна таама, и брали еду. Ва арсаля Якубу абна агу иля мисра бильмали, и отправил Якуб своих сыновей в Египет с имуществом, ли ятуби таами, чтобы они принесли еду. Ва бакия биньямину инда валидихи, и остался Биньямин со своим отцом, ли анна Якуба кяна юхиббуху джиддан, потому что Якуб очень сильно любил его. Вама кяна юриду ан ябуда анху, и он не хотел, чтобы он отдалялся от него. Вакяна Якубу яхофу алейхи, и Якуб боялся за него. Кяма кяна яхофу аля Юсуфа, подобным образом, как боялся за Юсуфа. Ватаваджаха ихвату Юсуфа иля Юсуфа, и направились таваджаха братья Юсуфа к Юсуфу. Вахум ля ярифуна, и они не знали, то есть его, аннаху ахухум Юсуф, что он их брат Юсуф. Вахум ля ярифуна, и они не знали аннаху Юсуфу аллази кана фил бир, что они не знали, что это Юсуф, который был в колодце. Вахум язунуна аннаху кад мата, и они предполагали то, что он уже умер. Вакайфа ля ямуту ва кад кана фил бир, и как он не умрет, если он был в колодце. Кайфа кяна фил бири ва кяна тил биру амикатан, то есть он был в колодце, и этот колодец был амикатан, глубоким. Ва кяна тил биру фил гобати, и этот колодец был в лесу. Ва кяна тил гобату мухишатан, и этот лес был безлюдным, диким. Ва кяна залика фил лейли, и это было ночью. Ва кяна лейлю музлиман, это было, то есть эта ночь была темной, мудлиман. Ваджа ихвату Юсуфа фадахалю алейхи фаарафахум вахум ляху мункирун, и прибыли братья Юсуфа фадахалю алейхи, и зашли к нему, то есть в Египет. Фаарафахум, он, Юсуф, узнал их, вахум ляху мункирун, они его не знали. Мункирун, то есть от глагола анкаро, то есть находиться в неведении. Кану мункирина ли Юсуфа, они не знали, то есть не узнали Юсуфа, ля ярифунаху, то есть не знали его, валякин ма анкарахум Юсуфу, но Юсуф не находился в неведении от них, бали арафахум, он узнал их, арафа Юсуфу, узнал Юсуф, анна ха уляйхуму лязина алькоуху филь бири, что эти, то есть они те, которые бросили его в колодец. وأن هؤلاء هم الذين كانوا يريدون قتله, и именно они, которые хотели убить его, ولكن الله حفظه, но Аллах сохранил его. ولكن يوسف لم يقل لهم شيئا, но Юсуф не сказал им ничего, ولم يفضحهم, и то есть от глагола фадоха, то есть презирать, и то есть не унизил их тем самым. Не дал им вспомнить об этом. Следующая часть. Бейна Юсуфа ва ихватихи. Между Юсуфом и братьем. И его братьями. Ва каллямахум Юсуфу ва каля лахум. И поговорил с ними Юсуф и сказал им. Мин айна антум? Откуда вы? Калю мин Канаан. Мы из Канаана. Это местность. Каля ман абукум. Кто ваш отец? Калю Якуб ибн Исхак ибн Ибрахим алейхиму салям. Они сказали, наш отец Якуб, сын Исхака, сын Ибрахима.
قَالَ هَلْ لَكُمْ أَخٌ آخَرُ Есть ли у вас другой брат? قَالُ نَعَمْ لَنَا أَخٌ إِسْمُهُ بِنْيَمِينَ Они сказали, да, у нас есть брат, его имя Беньямин. قَالَ لِمَاذَ مَا جَاءَ مَعْكُمْ Он сказал, почему он не пришел с вами? قَالُ لِأَنَّ وَالِدَنَا لَا يَتْرُكُهُ Потому что нас отец не оставляет его. وَلَا يُحِبُ أَنْ يَبْعُدَ عَنْهُ И не хотели, чтобы он отдалялся от него. И не хотел Якуб, чтобы он отдалялся от него. قَالَ لِأَيِّ شَيْءٍ لَا يَتْرُكُهُ По какой, то есть, причине он, из-за какой вещи он не оставляет. هَلْ هُوَ وَالِدٌ صَغِيرٌ جِدًّا То есть он является маленьким ребенком. قَالُوا لَا Они сказали нет. وَلَكِنْ كَانَ لَهُنْ أَخُونْ إِسْمُهُ يُوسُفُ Но, говорит, у нас был брат, звали его Юсуф. ذَهَبَ مَعَنَ مَرَّةً Он отправился с нами однажды. وَذَهَبْنَا نَسْتَبِكُ И мы отправились и соревновались на стабику. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَعِنَ Мы оставили Юсуфа у наших вещей. فَأَكَلَهُ ذِئْبُ И съел его волк. وَضَحِكَ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ Юсуф засмеялся, то есть про себя, не показал им это. وَلَكِنْ لَمْ يَكُلْ شَيْئًا Но не сказал им ничего. وَشْتَاقَ يُوسُفُ إِلَى أَخِيهِ بِنْيَمِينَ اشْتَاقَ То есть и возжелал, соскучился Юсуф по своему брату Беньямину. وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَمْتَحِنَ يَعْقُوبَ مَرَّةً ثَانِيَةً И пожелал Аллах испытать, أَنْ يَمْتَحِنَ испытать Якуба مَرَّةً ثَانِيَةً Второй раз. فَأَمَرَ لَهُمْ يُوسُفُ بِالطَّعَامِ И приказал им Юсуф для них, чтобы принесли еду. وَقَالَ لَهُمْ И сказал им, إِتُونِ بِأَخِلْ لَكُمْ مِنَبِيكُمْ Приведите мне своего вашего брата от вашего отца. وَلَا تَجِدُونَ طَعَامًا إِذَا لَمْ تَأْتُوا بِهِ И вы не найдете еду, то есть я вам не дам эту еду, если вы не приведете мне его. وَأَمَرَ يُوسُفُ بِمَالِهِمْ فَوُضِعَ فِي مَتَائِهِمْ И приказал Юсуф бималихим, то есть их имущество, их имуществом. فَوُضِعَ فِي مَتَائِهِمْ И поставил их, то есть вот эту еду, Ким вещам, то есть он положил вот эту еду, которую изначально им дал, он им туда положил. То есть они не знали об этом, но он им сказал, приведите мне вашего брата, я вам не дам эту еду, пока вы мне не приведете его, но он все равно положил им эту еду. Нам, давайте, иншаллах, прочитаем теперь этот текст на арабском языке. Нам. كان في مصر والشام مجاعة كما أخبر يوسف وسمع أهل الشام وسمع يعقوب أن في مصر رجلا رحيما وأن في مصر جودا كريما وهو على خزائن الأرض وكان الناس يذهبون إليه ويأخذون طعاما وأرسل يعقوب أبناءه إلى مصر بالمال ليأتوا بالطعام وبقي بنيامين عند والده لأن يعقوب كان يحبه جدا وما كان يريد أن يبعد عنه وكان يعقوب يخوف عليه كما كان يخوف على يوسف وتوجه إخوة يوسف إلى يوسف وهم لا يعرفون أنه أخوهم يوسف وهم لا يعرفون أنه يوسف الذي كان في البئر وهم يظنون أنه قد مات وكيف لا يموت وقد كان في البئر وكانت البئر عميقة وكانت البئر في الغابة وكانت الغابة موحشة وكان ذلك في الليل وكان الليل مظلما وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون كانوا منكرين ليوسف لا يعرفونه ولكن ما أنكرهم يوسف بل عرفهم عرف يوسف أن هؤلاء هم الذين ألقوه في البئر وأن هؤلاء هم الذين كانوا يريدون قتله ولكن الله حفظه
ولكن يوسف لم يقل لهم شيئا ولم يفضحهم. وكلمهم يوسف وقال لهم: من أين أنتم؟ قالوا: من كنعان. قال: من أبوكم؟ قالوا: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال: هل لكم أخ آخر؟ قالوا: نعم، لنا أخ اسمه بنيامين. قال: لماذا ما جاء معكم؟ قالوا: لأن والدنا لا يتركه ولا يحب أن يبعد عنه. قال: لأي شيء لا يتركه؟ هل هو ولد صغير جدا؟ قالوا: لا، ولكن كان له أخ اسمه يوسف. ذهب معنا مرة وذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله ذئب. وضحك يوسف في نفسه ولكن لم يقل شيئا. واشتاق يوسف إلى أخيه بنيامين، وأراد الله أن يمتحن يعقوب مرة ثانية. فأمر لهم يوسف بالطعام، وقال لهم: إيتوني بأخ لكم من أبيكم، ولا تجدون طعاما إذا لم يأتوا به. وأمر يوسف بمالهم فوضع في متاعهم.